Вот лежу и думаю, что сегодня за день. Блин, так сегодня же чемпионат мира по боевому джиу-джитсу! Катя, подъем! Катя, что спишь? Вставай давай, у тебя сегодня чемпионат, одевайся! Да быстрее, вставай давай! Да одевайся, я тебе сказал! Катя, что ты стоишь? Да давай, да иди отсюда! А сегодня в Киеве проходит чемпионат мира по комбат джиу-джитсу. Моя воспитанница Екатерина Голочинская также выступает. Знали бы вы, как я за нее переживаю. Катю вызвали на бой. На данный момент вот такая вот обстановочка. Два ковра, куча реклам, мониторы. Тут сидят и ждут представители Казахстана. Представители Турции так же самое ждут в своей очереди для выступления. Ну что, соревнования начинаются. До конца, взял до конца. Наверх. Готов руку, все, узел пошел. Узел. Выгибай, давай. Хорошо. Ну что, дорогие друзья, сегодня на чемпионате мира наша Екатерина Голочинская стала чемпионкой мира. Поздравляем ее сердечно! Сегодня нашей Екатерине я пообещал, если она станет чемпионкой мира, то мы с ней станцуем танец чемпиона. Тренер, меньше слов, давай танцуй. Кого там принесло? А на этом наша история не заканчивается. Завтра Николай будет также драться на чемпионате мира. В общем, держим за Колю кулачки и топим.